Ну что, я вижу, что эта пружина тоже лопнута. Или она одна единственная лопнутая. По-моему, обе. И я вижу, что, скорее всего, вот тут сейчас, если мы разгребем, то подушка чашки будет тоже гнилая, и ничего тут хорошего не будет. Ну, давайте сделаем вид, что так и должно быть. Потому что этим заниматься я что-то вообще не горю желанием, если честно. Да, вот кусочек железки. Чашки этой. Это стандартная беда на Нивах, то есть, ну, ничего страшного, на самом деле все меняется. Меняется относительно легко, но, ну, не считая того, что там с болтами, которые ее держат, будешь мучиться. Но в целом меняется же. Вот. Вот. То есть вот эта вот часть, она отвечает за упор вот сюда, а теперь Нива будет туды-сюды, так сказать, делать. Эту штуку на самом деле можно купить, она стоит не очень дорого, ее можно поменять, но я так думаю, что не нужно. Тут, кстати, тоже нету отбойничка резинового. Вот. Интересная работа, это когда ты час крутишь гайку, ну ладно, не час, а 5 минут. И 55 минут ты убираешь грязь. То есть вот тут все было заледеневшее, при том, что у меня печка давно уже тут работает. Ну, то есть не первый день. И все равно это все идет через жир. Так, я пошел вниз, сейчас буду домкратить за подрамник, соответственно, а этот домкрат опускать. Пружина должна стрельнуть. Поэтому я ухожу. Я устал, я ухожу. У нас, кстати, порван пыльник шруса. Да сфокусируйся-то. Вот. Дерьмо случается за дерьмом. Пружину поставил, она кривовато стоит. Ну, еще можно было вот эту часть туда подвинуть. Она, возможно, чуть правнее встала, но вряд ли.
Надо вот так вот пилякать и ее туда вот так вот вставлять, чтобы она лучше стояла. Но мы пока попробуем так прокатиться несколько выездов. Разобрать всегда можно. Вот у меня, короче, разобрался подшипник. Подшипник разобрался, скажем так, адекватно. То есть поменять сальники, и в принципе его можно поставить и собрать. Но. Вот у него такое говно там, у него лютая выработка. И вот я даже не знаю, оставить его или собирать в таком виде. Смысла собирать в таком виде нет, это ровно там на выезд его еще раз размолотит. Как я в прошлый видос и говорил, если кто следит, что ему звезда... Вон там какая. Да фокусируйся-то. Вот такая вот какаха там внутри. Что-то между грязью и металлом. Ну, откровенно видно, что туда попала вода, и, собственно, ну, подшипник умер. Поэтому, ну, в принципе, смысла нет его оставлять. Сейчас скину тогда стопор и сниму кулак полностью. Да фокусируйся ты. Фокусируйся. О! Ну, это тоже делаю, 5 минут делов сейчас сделаю. Ну что, новый день, новые приключения с ним. Те, кто смотрит видос, просто для меня в любом случае начался новый день, он знает, что у меня проблема с подшипниками. Давайте я сейчас скажу так, чтобы у всех пригорела пятая точка подшипников. Вот, и чтобы поменять один подшипник, который правый, я купил вот такой вот ремкомплект. Это... гайка, два сальника и два подшипника. На этой стороне он более живой, там смазка, смазка цельника. Я поменяю чисто два сальника и перезабью смазку. Также я купил опять этой говна фирмы рулевые наконечники. Ну, попробуем. Попробуем, что из этого получится. Вот, и собственно за сегодня мне надо собрать хотя бы вот эту сторону. Потому что на другой стороне там шос надо перебирать. А запчасти для этого я не купил.
Это, если что, не реклама этой смазки. Просто она была в магазине, я ее купил. Даже, так сказать, мне ее дали, и я особо не спрашивал, что из другого. Но пока никого и ничего не рекламируем. Но если кто хочет сказать спасибо за мои труды, я буду очень, очень признателен.